идет обучение ребяток. Это группа четырехгодовалая. Вот так вот тренируются детки. Вот тут совсем малышки. Малышки учатся вставать, падать и ехать дальше. Инструктора очень профессиональные. Группы в основном 5 человек. Что-то позволяет ориентироваться очень быстро в том, что происходит. И дети очень слушаются инструкторов, прям смотрят, как они делают, и повторяют. Вот там наша группа, там наша Юля где-то есть. Сейчас они учатся вставать, когда упали. Это тоже очень важный навык. Вот по такому транспортеру ребятишки поднимаются наверх. И вот тут они прям все выстроились. Кишколда какая. О, моя Юля едет. Вот и она подъезжает. Сейчас как она спустится? Наверное, уже умеет. Вот так, все, молодец. Так, ребята, вот поехали малыши. Все, получается у них. Вот так, малышки. Уже поехали. Так, вместе со взрослыми уже все. Едут на горе. Достаточно, ну, легкая, это считается, зеленая трасса. Ну, они молодцы. Первый их спуск.